Пацаны, а, они отошли. Они боятся. Днепр ТВ вас приветствует. И мы сейчас мы находимся возле Олимпийска. Есть, вот Чипи Юрец, вот Чипи Виталик. Есть две красивых, вон идут. Надо их поймать. Кто красивый? А, девочка? Я не вижу их отсюда. Подожди. Вот НСК Олимпийский, красавчик стадион. Сегодня там произойдет важнейший матч чемпионата Украины. Динамо Киев, Шахтер Донецк. И я. Будет прямая трансляция вести. Смотрите нас внимательно. 19:30. Я ведущий. Вот ведущий. Пожалуйста, скажите, ваши прогнозы относительно 2-2. Этого матча. 2-2. Кто забьет голы? 2-1. Забей, блядь. Короче, блядь. Я вам говорю. Хачериди забей. Стоп. Хачериди не играет. Похуй. Выйдя забей. Ярмола забей. Хачериди. Ярмола Гусев. Ярмола Гусев. Окей, договорились. Так, вот что-то фоткает он. Что ты там фоткаешь? Звезда Ютуба. Звезда Ютуба, я вас приветствую. Давай, все, фоткай. Ну все, мы идем на площадь независимости, а потом на Хрещатик. Посмотрите, поцеплять. Да. Так что только Днепр, только победа.